Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. И в данном видео я покажу, как вы можете передать ваши средства в доверительное управление в компании Omnia. Для этого в вашем кабинете слева вы находите в меню раздел Store, то есть магазин. Здесь вам откроется вот такая страница. Если наверху вы видите вот такую надпись «You don't have a Bitcoin crypto wallet registered, please add one». Это означает, что у вас еще не зарегистрирован биткоин кошелек и нужно его здесь добавить. Нажимаете вот эту ссылку «Clicking here». Здесь мы два раза вписываем адрес нашего биткоин кошелька. Раз, два. Дальше мы вставляем пароль от нашего кабинета и нажимаем синюю кнопку «Save wallet address», то есть «Сохранить наш кошелек». Должно появиться вот такое сообщение «Успешно». Чтобы завершить операцию, необходимо проверить электронную почту. Вам должно прийти вот такое письмо Account Verification Email. Вы его кликаете и нажимаете синюю кнопку Complete Verification Process, то есть завершить процесс верификации. Переходим в раздел Trading и выбираем тот пакет, который нам подходит. Пакеты отличаются той суммой, которую мы передаем в управление. Минимальная сумма 0,05 биткоина. Дальше идет 0,1 биткоина, то есть десятая часть, 0,2 биткоина, 0,5 биткоина, то есть половина. Дальше идет 1 биткоин, 5 биткоинов, 8 биткоинов и 20 биткоинов. Я собираюсь приобрести второй пакет, где в управление передается 0,1 биткоина. Вообще обычная цена за данный пакет это $100 за 12 недель, то есть за 3 месяца, но сейчас действует акция $80. Когда вы будете приобретать данный пакет, скорее всего здесь уже будет цена $100. Я нажимаю синюю кнопку «Добавить в корзину». Нажмите на значок корзины в правом верхнем углу и вы увидите детали вашего заказа. У меня выбран пакет Rocky на 12 недель стоимостью $80. И я нажимаю голубую кнопку «Перейти на следующий шаг». Здесь вы выбираете способ, как вы собираетесь оплачивать данный заказ. Есть вариант оплатить биткоинами, с внутреннего кошелька, банковским переводом, кредитной картой по системе Pair, а также какой-то из криптовалют, альткоинами. Здесь необходимо поставить галочки. Вот здесь написано, что ставя здесь галочку, я подтверждаю, что у меня есть необходимое количество биткоинов, которые я готов передать в управление. То есть, например, если я приобретаю пакет Rocky, и этот пакет подразумевает управление суммой 0,1 биткоина, ну, значит, у меня должна быть эта сумма 0,1 биткоина. Она у меня есть. Нажимаю синюю кнопку Continue to Next Step, то есть продолжить к следующему шагу. Появляется вот такое сообщение, где показано, сколько я должен оплатить. Вот здесь внизу можно увидеть кошелек в биткоинах. Я нажимаю адрес этого кошелька. А также копирую сумму, которую мне необходимо отправить. Нажимаю вот на голубую кнопочку «Копировать» и вставляю эти данные на моем биткоин-кошельке. После того, как ваша транзакция завершена, на вашу электронную почту должно прийти вот такое сообщение. Trading Package Purchase, то есть покупка трейдингового пакета. Нажимаете. В письме написано «Покупка трейдингового пакета». На русском данное сообщение гласит «Поздравляем! Вы приобрели эксклюзивный трейдинговый пакет компании Omnia». Чтобы завершить процесс регистрации, вам необходимо зарегистрироваться на трейдинговой платформе и перевести необходимую сумму в биткоинах для трейдинга. Кликните на ссылку в данном письме, чтобы перейти к регистрации. Итак, мы кликаем голубую кнопку Trading Platform Registration. Открывается вот такая страница, где написано «Подтвердите ваш аккаунт». Здесь указан имя пользователя, такое же, как в компании Omnia, ваша электронная почта, ваше имя. Какой пакет вы приобрели, на какое количество недель и время покупки. Здесь должна стоять галочка «Принимаю условия» и нажимаю голубую кнопку «Confirm profile», то есть «Подтверждаю свой профиль». Появляется зеленое сообщение «Спасибо за ваш запрос. Пожалуйста, проверьте вашу электронную почту, чтобы подтвердить вашу регистрацию». На вашу электронную почту должно прийти письмо от BlockFusion Team. Тема письма «Please confirm your profile creation request». Пожалуйста, подтвердите создание вашего профиля.
Открываете письмо, и вот здесь нужно кликнуть синюю ссылку Confirm Profile, то есть подтвердить профиль. Появилось сообщение Profile successfully created, то есть профиль успешно создан. После этого необходимо перечислить на трейдинговую площадку нужное количество биткоинов. Нажимаю голубую кнопку Deposit BTC, что означает перечислить биткоины. Открывается вот такое сообщение, где указано, что я должен перевести 0,1 биткоина на вот этот вот адрес. Обратите внимание, что здесь есть еще небольшая комиссия в размере 0,005 биткоина. Ее также нужно заплатить, поэтому в моем случае сумма, которую я отправляю, составляет 0,001 и 0,005 биткоина. Если оплата прошла успешно, то в кабинете ваш пакет должен быть помечен как активный. И вы увидите здесь надпись, когда он начинает работать и когда заканчивает. Таким образом, вы можете приобрести трейдинговый пакет в компании Omnia. Следите за новостями, подписывайтесь на канал. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго!